защиты дипломов будут полностью проходить в дистанционном формате. Для этого используется специальное программное обеспечение для дистанционной связи, дистанционной ВКС. Мы используем Google Meet, Zoom, ну и также некоторые комиссии используют другие. Для студентов подготовлены инструкции, как подключаться, что рассказывать, что от них будут ожидать. А также мы проводим предзащиты, чтобы студенты могли потренироваться, рассказывать вот в таком дистанционном режиме, как показывать презентацию, как рассказывать, как отвечать на вопросы, чтобы в самом процессе защиты у них уже не было такой стрессовой ситуации.